В дежурную часть Сафоновского отдела МВД поступило сообщение о факте мошенничества. На мобильный телефон пенсионерки позвонила женщина, которая представилась ее невесткой и попросила перечислить 15 тысяч рублей для решения проблем с полицией. Женщина, испугавшись за родственницу, перечислила деньги на указанный счет. Сотрудники установили личности, причастные к этому преступлению. Ими оказались жители города Липецк. Они доставлены в Смоленскую область. В отношении подозреваемых следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время злоумышленники заключены под стражу.